Скучающие девушки-подростки могут быть опасны. Чего-нибудь добиться, надо жечь свечу с обоих концов. Но она не предупреждала, что после этого ты сгораешь сам. На самом деле, тогда мне казалось, что я впервые жила по-настоящему. Стоит раз это ощутить, и ты пойдешь на все, лишь бы это не прекращалось. На что угодно.